15-го мы начинаем фестиваль. Как обычно, мы делаем это не очень церемонно, без лишней помпы. Тратить огромную губернаторскую казну или деньги северных корейцев, вы знаете, тоже надо с умом, поэтому эти деньги пойдут на более серьезные цели и задачи. Что касается долгожданного для многих визита Саши Грей, известной актрисы мирового кино и французско-русского актера Жерара Депардье, чуть-чуть эту интригу мы продолжим, они, да, очень скоро будут. Наталья Михайловна, я приглашаю вас на традиционное уже поднятие флага фестиваля, потому что под этим флагом будут твориться все подобные непристойные вещи. Внимание, это очень торжественная церемония, без фанфар, опять же, не парадно. Просто для фотосессии, для отчета перед северным корейцем, пожалуйста. Да. Ну, давай, смелее все равно. Выше, выше, с нами. Ликбез. Я Евгений Лумпов, это Сардор Саликаджаев. Мы представляем фильм «Новый свет». Впечатления от Барнаула у нас пока еще почти нет, потому что мы его почти не видели. Мы приехали вчера поздно ночью, но по той встрече теплой, которую нам вчера оказали, мы поняли, что мы попали в классное место, что здесь будет все очень неформатно, что здесь будет очень интересно. Вот. И что самое главное, что ничего нельзя прогнозировать здесь. Здесь все очень неожиданно. Собственно говоря, та программа, которую мы сегодня наблюдаем с 3 часов, она лишь подтверждает наши слова, что здесь все очень неожиданно, что работы здесь очень неформатные, что они чертовски не похожи друг на друга. И мы даже в какой-то момент поймали себя на мысли о том, что, блин, ну да, мы тоже часть этого безумия, потому что и наша работа, какой бы она ни была, тоже будет отличаться от всего, что будет показано до нас и после нас. И поэтому нам вдвойне приятно здесь находиться, приятно представлять фильм, приятно смотреть на другие фильмы. И, ну, наверное, мы хотим просто, чтобы по окончании фестиваля у нас сложилось такое законченное большое мнение относительно того, куда вообще движется свободный кинопроцесс, вот, и какое место мы в нем занимаем. Я вот полностью с ним соглашусь. Действительно, здесь все фильмы совершенно разные. Я вот посмотрел первый фильм, у меня было одно впечатление, я подумал, так, наверное, направление будет примерно такое. Я посмотрел второй фильм, у меня взгляд совершенно изменился. Впечатление о самом городе, я с утра немножко прошелся. Очень хорошее впечатление, местное население такое очень приветливое, дружелюбное, прям очень приятно. Да, на питерцев реально похоже. Да, да. Действительно, нас очень тепло встретили, было приятно, тот же каравай, да, да, да. Это все было просто шикарно. Я в восторге от фестиваля. Мне действительно нравится то, что здесь вот от одной к другой работе действительно вот нельзя подсказать, какая работа будет. Они все разные. Каждый по-своему. Есть какие-то более сложные идеи, кто-то там более сложным исполнением, у кого-то все на поверхности, на первый взгляд. И это мне нравится в этом фестивале, он действительно такой неформальный, и это меня и привлекает. Что такое авторское кино? Авторское кино – это то, что не покупается и не продается за деньги. Как вы оказались на Кинрикбезе? Я помогаю вождю устраивать техническую сторону дела. В чем, по-вашему, смысл жизни? Гедонизм. И напоследок, скажите ваше послание миру.
плодитесь и размножайтесь. Что такое авторское кино? Авторское кино – это авторский взгляд на происходящие события, на окружающий мир. Именно мировоззрение автора, его творческое восприятие реальности – это и есть авторское кино. Как вы оказались на Киноликбезе? На кино я давно посещаю клуб интеллектуального кино Вячеслав Вячеславович Корнев, который проводит. Вот. Ну и, собственно говоря, таким образом, постоянно, так сказать, находясь в курсе событий, читая «Ликбез», я вообще, ну, давний поклонник, скажем так, «Ликбеза». Вот, и являюсь поклонником клуба авторского кино, соответственно, так сказать, перетек или перешел, значит, на клуб авторского кино и фестиваль «Киноликбез». В чем, по-вашему, смысл жизни? Смысл жизни, он у каждого свой, на мой взгляд, и каждый его определяет для себя сам. Ну и напоследок скажите ваше послание миру. Мое послание мира – доброта, любовь. Любовь, я думаю, это главный посыл, который должен нести в себе каждый человек. То есть прежде чем совершить какой-то поступок, я считаю, что каждый человек должен ответить для себя, что бы в этом конкретном случае сделал бы. Что такое авторское кино? Ну, вопрос на самом деле сложный. На мой взгляд, авторское кино – это когда человек хочет высказать свою мысль, и эта мысль, она, в общем, репрезентует ту общественную проблему, те общественные нужды, которые есть сейчас в обществе, или будут, или были. Ну, в общем, главное, что будут. Как вы оказались на этом Киноликбезе? Я отправил заявку со своим фильмом на сайт. Собственно, он попал в конкурсную программу, вот я решил приехать. В чем, по-вашему, смысл жизни? Смысл жизни? Ну, в развитии, в борьбе. И напоследок скажите ваше послание миру. Пролетарии всех стран, объединяйтесь. Что такое авторское кино? Ну, мое понимание авторское кино, когда человек снимает то, что он по душе, и без всякой цензуры готов показать на общественное обсуждение, показ. Скажите, как вы попали на Киноликбез? Ну, вообще, впервые услышал Вячеслав Корнев. Был на его лекции недавно, как раз тема была по пьяну, и он там уже об этом сказал. И, честно говоря, в анонсе «Культ-поклоп» сайт смотрю, и там увидел рубрику, в принципе, уже не раз смотрел такие документальные фестивали по кино, которые премьеры обычно шли. И, в принципе, мне интересно вообще такие вещи, которые связаны с образованием, культурой, особенно когда они имеют такого форматного плана и отражают действительность настоящую. В чем смысл жизни? Для меня смысл жизни – это самореализоваться. И напоследок скажите, пожалуйста, какой вы хотите дать совет миру, послание миру? Ну, побольше творить добрых дел. И если человек будет делать в душу то, что хочет, то, что у него хорошо получается, этим могут поучиться делать другие. Что такое авторское кино? Авторское кино – это кино, которое делает режиссер. То есть при наличии всей технической команды, звукачей, операторов, ассистентов, все от первого до последнего гвоздя контролирует режиссер. Вся идея полностью находится у него в голове. Это кино, где автор сценария и режиссер – это один и тот же человек. Как вы попали на этот Киноликбез? Ну, попал, наверное, волею жюри, потому что я в прошлом году пытался и подавал несколько заявок. Это не принесло никаких результатов. В этом году из 6 заявок, которые я послал, все короткометражки, жюри выбрало одну, за которую меня, наверное, сюда и стоило приглашать. В общем. Скажите, в чем, по-вашему, состоит смысл жизни? Смысл жизни? Не знаю, у меня есть кредо. Жизнь – это поиск.
И вот процесс поиска для меня гораздо интереснее, чем, наверное, то, что я нахожу в этом процессе. Мне нравится искать себя, свое место в мире, своих людей, свои идеи. Наверное, для меня смысл жизни – это поиск. И напоследок, можете вы дать какое-нибудь напутствие поколению? Поколению кого? Вообще нашему поколению. Да. А, ладно, хорошо. Блин, наше поколение. Будьте настоящими, будьте честными, будьте открытыми, перестаньте играть, перестаньте маскироваться, перестаньте вести себя так, как кто-то говорит. Найдите себя в себе. И если вам не стыдно за это, покажите себя остальным. Что такое авторское кино? Это не мейнстрим. Как вы попали на фестиваль «Кинолегвес»? Да, это было в прошлом году. Поэтому пришло в этом году. Хорошо. Я как бы уже давно знаю о нем. Понятно. Скажите, в чем, по-вашему, заключается смысл жизни? Смысл жизни? Она должна быть осмысленной просто-напросто. Вообще, что касается последнего фильма, как он называется? Называется Dreams, да? Мечты. Вот. Там я смотрел не с самого начала, но там есть... А меня нормально было слушать? Да. Потому что я тихо говорю уже обычно. Вот. Там есть один из эпизодов новеллы вот. «Москва петушки». Мне нравится Вник Ерофеев. Не Виктор, а Венедикт. То есть автор именно «Москва петушки». И у него, ну, вообще мало написал. Но сейчас я вспомню. Записные книжки составляют вообще большую часть его творчества. Там он пишет, что одни из качеств, которые выделяют человека среди всей как бы флоры и фауны, это способность, ну это так называемое чувство юмора, способность употреблять алкогольные напитки, способность наложить на себя руки. И что-то еще. Или все, не помню. Ну, в общем, смысл жизни, как бы, конечно, жизнь, каждый шаг должен быть осмысленным. Но человека, я думаю, от животных отличает именно порой парадоксальность поступков. Парадоксальность. Вот зачем люди снимают кино, там, зачем люди не работают на стройке, например, не кладут асфальт, не знаю, а снимают кино. Зачем? Непонятно зачем. Чтобы сказать людям о людях, чтобы были какие-то общие точки соприкосновения, которые понятны всем, вообще всем. И вот этот последний фильм под названием «Dreams», ну такой фильм, и с автором фильма я бы выпил, и причем неважно чего, там, компота, чаю или алкоголя, то есть вот так. Хорошо, и напоследок скажите какое-нибудь послание миру, поколению. Миру, поколению? Да просто... Живите, как живется, на самом деле, и здорово, что если без...
Спасибо большое.